Тинториум объединяет активных, амбициозных и успешных людей. Тех, кто следит за своим здоровьем, выбирает динамичный образ жизни и реализует себя в любимом деле. Яркий пример человека Тинториум – вице-президент компании Марат Хисматуллин. Это современный руководитель, увлеченный своим делом. Марат Раильевич – кандидат биологических наук, принимает участие в разработке и тестировании новых продуктов Тинториум. В свободное от работы время – это спортсмен, который показывает впечатляющие результаты. О том, как совместить работу, увлечение и достигнуть спортивных побед, он расскажет сам. Когда работа – это любимое дело, то и совмещать не требуется. Все складывается само собой. Я живу интересами Тинториум, увлечен философией бренда и, конечно же, являюсь активным пользователем продуктов компании. Я пробую их на себе в числе первых. В июне 2021 года Марат победил на чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия-8» сразу в двух номинациях «Становая тяга» и «Троеборье». Как удалось достичь таких впечатляющих результатов? Сегодня хотим поделиться той историей, которая многих уже интересует. Я пришел в спортивный зал, где занимаюсь и по сей день, в октябре 2020 года. Совершенно случайно я познакомился в спортивном зале со своим будущим тренером Владимиром, который позже стал моим профессиональным тренером. Мы познакомились с Маратом 8 месяцев назад. Я предложил ему начать профессионально заниматься пауэрлифтингом. И не каким-нибудь отдельным движением, а именно троеборье. Троеборье – это элита пауэрлифтинга. Для того, чтобы достигать серьезных результатов в такой дисциплине, как троеборье, необходимо выполнять ряд жестких требований. В первую очередь – это режим тренировок. Второе – это обязательно соблюдать режим восстановления, то есть это режим сна. Ну и самое главное – это, конечно же, правильное сбалансированное питание. И в этом вопросе, безусловно, для меня не было никаких сомнений, что это мои любимые продукты пчеловодства, продукты от компании Тинториум. В день чемпионата звание мастера спорта подтвердил и Владимир. Он, как и Марат Хисматуллин, в процессе подготовки активно использовал продукты Тинториум. Сейчас Владимир – новый дистрибьютор компании. С продуктами пчеловодства я знаком очень даже давно. Наверное, более 20 лет уже. Моя мама была дистрибьютором у компании Тинториум. И когда она мне предлагала пробовать этот продукт, я смотрел на нее с иронией. Данное время я полностью поменял мнение свое об этом продукте. Почти все сборные, да не почти, а все сборные Советского Союза по всем видам спорта очень плотно принимали продукты пчеловодства. Маточное молочко, оно шло у них, оно у них было в обиходе как дополнительное питание, как иммуномодуляторы. Дорогие друзья, коллеги, спортсмены, жители Российской Федерации, я очень вам рекомендую принимать продукты пчеловодства, изготавливаемые компанией Тинториум, дистрибьютором которой я в данное время являюсь. Начал я, конечно же, в первую очередь использовать это дрожже, дрожже Тинториум Плюс, дрожже Бифидо Хлебина, потому что как раз было нужно много энергии. Также я использовал и спортивный коктейль Бенерджи для того, чтобы мышечная масса, мышечные волокна получали все необходимые ресурсы для восстановления, для роста, для развития. Утро начинал всегда с апибатончика, потому что надо проснуться, зарядиться, если это утренняя тренировка. Каждый год коллекция Тинториум пополняется новинками для активного образа жизни, укрепления иммунитета и восполнения энергетических затрат при занятиях спортом и напряженной умственной работе. Одна из таких новинок – концентрированный пищевой продукт Тинториум Плюс на сухом меде. Дорогие друзья, лично я рекомендую настоятельно использовать в своем рационе или в своих программах дрожжи Тинториум Плюс на сухом меде. Почему? Именно этот продукт содержит в себе все необходимые микроэлементы, которые нужны организму для достижения наилучшего результата, для восстановления после физических нагрузок, при различных стрессовых ситуациях. Главная премьера 2021 года – новый суперпродукт Тинториум капсулированное маточное молочко с сухим медом.
Маточное молочко способствует восстановлению поврежденных нервных клеток и повышению активности коры головного мозга, что в свою очередь облегчает восстановление организма после стресса, стимулирует физическую активность, нормализует сон, улучшает аппетит. И вновь в числе первых Марат Хисматуллин. Он тестирует действие новых продуктов еще до вывода их на рынок и может дать личную рекомендацию. И еще, ребята, просто бомба! Совершенно недавно в продажу поступил новый уникальнейший продукт от компании Dentorium. Это маточное молочко на сухом меде. Почему? Потому что маточное молочко, оно является, наверное, чемпионом среди всех продуктов пчеловодства, если так можно сказать, по своему воздействию, по своей биологической активности на человека. Причем это только положительные моменты. И сухой мед, о котором также сказано уже многое. В комбинации они также создают эффект синергизма, то есть одно дополняет другое и увеличивает воздействие первого. Поэтому я считаю, что это большой и серьезный прорыв в нашей продуктовой линейке. Вот моя формула успеха. Это систематические грамотные тренировки и полноценное питание апифитопродукции Dentorium. Я желаю вам здоровья, успехов и побед! Поздравляем спортсменов с высокой победой и желаем покорения новых вершин вместе с продуктами Dentorium для чемпионов.